которая направлена ко дню трезвости 11 сентября. Вот. Значит, мы месяц будем стараться с молодежью, с клубами единоборств боевых, вот, с казаками делать пробежки и вот такие вот зарядки каждое утро. Вот. И, конечно, желаю вам присоединиться, немножко себя размять, вот, закончить правильно лето. Нужно вводить в массы физкультуру, вот, чтобы поднять тонус и общественности, и вообще свой тонус поднять, чтобы была какая-то потенциальная энергия для завтрашнего дня.